Иные злодеи не могут понять, отчего жизнь показывает им кукиш. Так вот, это обо мне. Порой выпадает нечаянная радость, а за углом тут же подстерегает гадость. Карма. В конце концов, я понял, так дело не пойдет. И составил список всех моих грехов, чтобы по очереди их искупать. Короче, решил стать добрым. Меня зовут Эрл.